В зале районной администрации обсудили профилактику незаконного оборота наркотических средств. На очередном заседании антинаркотической комиссии под председательством главы района Андрея Дорошевского собрались руководители службы управлений, главы поселений, сотрудники правоохранительных органов. Первым с докладом выступил начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков районного отдела МВД Владимир Орлов. По его словам, акцент делают на пресечении тяжких и особо тяжких преступлений. Изъяли около 3,5 килограмм веществ растительного и синтетического происхождения. Собравшиеся задали начальнику отдела много вопросов. В каких поселениях наиболее часто встречается реализация? Наиболее часто... Или правонарушение? Наиболее часто встречается это Ильская, в основном это лесной массив. И Афипская, это Смоленская, в ту сторону, это также дачи. На встрече затронули употребление наркотиков несовершеннолетними. Об этом доложила заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних Валентина Фарманюк. Состояние наркотического опьянения несовершеннолетних в этом году выявлено не было. А несовершеннолетние в случае выявления состояния опьянения подтвержденного остается на профилактический учет в ОПД. На данный момент у нас один несовершеннолетний, состоящий на учете за употребление наркотических веществ, он прибыл к нам с территории Крыма. Полиция на регулярной основе проводит воспитательную работу. Инспекторским составом в образовательных организациях района совместно с управлением образования, совместно с молодежной политикой проводятся точно так же лекции и беседы. На родительских собраниях сотрудники выступают. Поэтому в целом работа организована. В текущем году это второе заседание комиссии.